и наши першокурсники, батьки, керівництво інституту, викладачі, куратори, всі гості, які сьогодні прийшли на наше свято. Урочисте відкриття 145-го навчального року Київського інституту музики імені Глієра оголошується відкритим. Хочу побажати, щоб ви розуміли, що музика – це найкраще, що існує в світі. Це те, що людину робить більш
доброю, більш світлою, робить людину замріяною, закоханою в життя, природу і в людей. Головне – любити людей, тому що ваше мистецтво – це не для себе, це для людей. Дарувати людям радість. І які б не були тяжкі часи, все рівно музика звучить завжди. Міняється дуже багато, але музика – це поняття вічності. Так що вам, дорогі першокурсники, гарної праці, навчання, досягнення високого мистецького рівня і розуміти, що життя дуже велике і складне, і все буває, але мрія, вона завжди повинна бути головною. І хто мріє, той досягне того, що він хоче. Але розумієте, що талант і талант, але головне – це праця. Багато-багато треба трудитись, працювати. І тоді буде результат. А всі викладачі, повірте, вам допоможуть, тому що в нас прекрасні, досвідчені, талановиті викладачі. З новим навчальним роком вас! Радянська мальвіна Академія.
книгу, що це просто задоволення. І я сподіваюся, що той шанс, який ви вибрали в драматичному марафоні приймальних іспитів, ви зможете використати найкраще, як найкраще. І ми будемо вам пишатися так, як ми пишаємося великим загалом ліївців. Тож я вас вітаю від великої сім'ї ліївців, від випускників цього найстарішого в Україні навчального закладу і найкращого в Україні навчального закладу. Завітайте до нашої елітної компанії і будьте завжди гідні високих традицій мистецтва. Я вітаю батьків. Я думаю, їм є сьогодні чим втішатися. І я думаю, що ваше задоволення буде продовжено. Ми зробимо для цього все. І, дорогі колеги, ми починаємо рік в неділю, у день відпочинку. Я думаю, що в нас буде можливість, що в нас буде задоволення від роботи. І я думаю, що ми будемо не тільки працювати, а будемо мати змогу відпочивати. Тож, в далекий навчальний урок. Побажати вам, щоб ви були гідні цього звання, як сказала Галина Катівна. Я хочу побажати вам, щоб ви не розчарувались ні ви, ні ваші викладачі у вас. Я хочу побажати, щоб курси, групи, в яких ви будете, завжди були дружні, поважали одне одного, щоб ви поважали своїх вчителів, щоб ви були культурними людьми, щоб в групах ваших панував дух здорового змагання. Шлях до професійного формування і тяжкий, і в чомусь легкий, прекрасний, цікавий. Я бажаю вам стати справжніми глієрівцями, а це означає, що бути найкращим. Тільки тоді ви зможете підняти статус нашої рідної України. Тож бажаю вам всім щастя професійного і щастя в особистому житті. Декана факультету музичного мистецтва Панову Наталію Анатоліївну.
Дорогие ребята, я поздравляю вас с этим днем. Мы очень рады видеть вас в рядах студентов нашего института. И хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни этот день стал поворотным днем. Хочу пожелать вам творческих успехов в развитии ваших способностей, талантов. А мы не сомневаемся в том, что вы все способные, талантливые, умные ребята. И надеюсь, что с этого дня наш институт станет вам вторым домом. А мы, в свою очередь, будем вас во всем поддерживать, помогать и делать все возможное для того, чтобы ваши профессиональные цели, мечты сбылись, и вы добились того, чего вы хотели. Еще раз праздником. Спасибо. Дорогие наши первокурсники, дорогие гости, прежде всего мне хочется присоединиться к тем прекрасным словам, которые звучат в нашем зале, и поздравить вас с тем, что удивительный праздник, уникальный, единственный, доступный далеко не всем, праздник присоединения к нашей профессиональной музыкантской семье вошел в вашу жизнь. Это действительно событие удивительное, потому что вас здесь много, полный зал. Вы такие красивые, вдохновленные, живые, перспективные. Вот. Но на самом деле, если мы представим наш огромный многомиллионный город, нашу страну, это не так много. Вы доказали свою исключительность, свою индивидуальность, свою неповторимость на очень трудных вступительных испытаниях и пришли к нам в Институт музыки. И мне кажется, что выбор ваш правильный, потому что учебное заведение, в которое вы пришли, тоже уникальное, единственное и неповторимое. И не только потому, что это самый древний вуз музыкальный в нашей стране, а потому что это вуз, который не только имеет давние традиции, но и хранит их. Это редкость в наше время. На фоне современной жизни, на фоне всех изменений, нашему руководству удается и всему нашему педагогическому коллективу, нам всем удается хранить те замечательные традиции высокого музыкального образования, духовного воспитания, которые сформировались в институте имени Грюйера. А пришли вы сюда с очень сложной задачей, непростой, потому что раз вы к нам пришли, вы хотите учиться музыке, а значит научиться понимать язык музыки и говорить на этом языке. Это очень сложный язык, которому, конечно, нужно учиться всю жизнь, и все предшествующие годы вас вели к этому замечательному этапу, к началу вашей профессиональной деятельности. И все педагоги, которые работают в нашем институте, они, безусловно, могут вам помочь. Потому что программа составлена таким образом, что каждый по-своему объясняет, вносит какой-то свой неповторимый, такой же уникальный вклад для того, чтобы вы стали настоящими полноценными музыкантами и научились говорить на языке музыки. О том, что такое музыка, можно читать много, можно вспомнить всю историю и теории музыки, и философии музыки, и все равно мы не найдем вот какого-то единого определения, что же это за язык, и о чем мы должны говорить, и чем мы с вами занимаемся. Но я хочу вспомнить сейчас очень мудрую мысль замечательного средневекового мыслителя Фому Аквинского, который говорит, размышляя о том, что есть движение, а мы с вами все связаны с движением, потому что музыка — это движение звуков. Вот это движение звуков, каким образом оно превращается в музыку, трудно нам сказать. И вот Фома Аквинский, размышляя над этим, говорит очень такую замечательную, глубокомысленную, можно сказать, оставил нам такое высказывание. Движение — это есть то, в процессе чего достигается нечто, что раньше не достигалось. Вот невозможно более точно сказать. Вот этой мыслью, сколько уже столетий прошло, продолжает размышлять философ. И мы с вами, музыканты, тоже все время с этим сталкиваемся. Кто-то поет, звуки идут один за другим, а музыки нет. Не возникает нечто. Кто-то прикоснулся к инструменту, издал звук, а музыки нет.
а другой буквально два звука извлек и пишет, возникло нечто, мы к этому нечто пришли. Вот это и есть музыка. Для того, чтобы научиться этим владеть, для того, чтобы найти свой путь в этой сложной сфере, конечно, вам предстоит еще много учиться. И здесь, наверное, три фактора должны сложиться, чтобы был результат. Об этом уже прекрасно говорил Александр Иосифович в своей речи. Первое, у вас должно быть желание. Самое главное, потому что без желания никакие методики вам не помогут. Второе, должен быть мастер, учитель, который вас поведет по этому пути. И здесь, конечно, все возможности перед вами открываются в нашем замечательном вузе. И, наконец, третье и самое главное – это наш труд. Труд, потому что быть музыкантом – это честь, но и большая-большая ответственность. Поэтому я вам желаю, чтобы ваши годы пребывания в нашем учебном заведении остались незабываемыми, стали плодотворными, чтобы вы нашли это нечто, которое, может быть, сейчас уже светится внутри вас, а может быть, только манит где-то впереди, чтобы оно освещало ваш путь, и чтобы вы всегда искренне и честно служили высокому искусству музыки. С праздником! Thank you.
Владислав Карасюк. Сотвори
Речковська Роксолана Олегівна. Встаньте, будь ласка. Я прожил долгую жизнь и думаю, что имею право дать вам совет.
Многие из вас, наверное, задумываются уже над тем, что они смогут делать в будущем. И к чему бы ни влекло вас, к искусству или литературе, к науке или технике, не глушите этого призвания, развивайте его. Уже сейчас готовьте себя к будущей профессии. Любите ее и твердо идите к намеченной цели. Тогда вы многого достигнете и много полезного сделаете в жизни. И когда-нибудь вы с удовольствием вспомните свое детство, так же, как я вспоминаю детские и юношеские годы. Для проголошення клятви дієнці на сцену запрошується студентка першого курсу Тетяна Прахіна. Студентка першого курсу, прошу всіх піднятися. Кожен з нас, хто в цьому навчальному році став студентом славетного професійного навчального закладу України Київського інституту музики імені Рейнгольда Морицевича Глієра, вступаючи у ряди глієрівців, урочисто присягаємось наполегливо оволодівати майстерністю музиканта, прагнути до найвищих результатів у навчанні та творчості, самовіддано служити високим ідеям професії митця. Клянемось! 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 Продовжувати і примножувати кращі традиції глієрівців і повсякчасно піклуватись про добре ім'я мого навчального закладу, поважати та шанувати моїх вчителів, колег і партнерів. Клянемось! 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 Гідно нести високе і почесне ім'я глієрівця, зберігати загальнолюдські цінності, бути активним творцем музики 21-го сторіччя. Клянемось! 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 Бути гідним громадянином своєї держави, відповідально ставитись до долі нації, своєю творчістю примножувати національне багатство України. Клянемось! 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 Клянемось!
і до роботи. На цьому наше святкове засідання завершено.